Здравствуйте! Сегодня мы приготовим, пожалуй, самое простое блюдо, которое есть в русской и советской кухне. Оно пришло из Европы, из Италии, и называется макароны по-флотски. Это фактически сваренные макароны с обжаренным фаршем и луком. Итак, мы поставили и довели до кипения подсоленную воду. Сейчас мы туда кинем макароны. Параллельно мы раскалили сковородку, налили на нее подсолнечного масла и кладем туда лук и фарш. Оно было очень популярно в советской армии. Его очень просто готовить. Его можно сделать как со свежим мясом, так и с консервированной, с тушенкой. В итоге получается сытно и сурово. Это самое простое, что вы можете сделать с макаронами и мясом.